Всем привет! И сегодня мы вместе с вами соберем моего друга, то есть чемодан, в поездку. Я уезжаю на море в Турцию. И уезжаю я 1 числа в 12 ночи, а приеду 12-го. Класс! И все это время я буду снимать видео. Я беру с собой вот такое свое желтое парео. Мне оно нравится из-за цвета, но мне оно не нравится из-за принта. Здесь какие-то черепы. Да, вот. Ну, я его взяла чисто из-за цвета, оно такое желтенькое, я так люблю яркое летом. А особенно желтое, так как желтое это мой самый любимый просто цвет. Дальше я беру с собой вот такую вот серенькую футболку. Это футболка с того года. И в комплект к ней я с собой... Блин. Надо все аккуратно складывать, так как там нет утюга. И в комплект к ней я беру с собой вот такие вот штаны. Это, короче, такие легкие штанишки летние. Я думаю, вы все их знаете, наверное. Ну, вы, короче, поняли. Я мастер по объяснениям. Они, короче, очень-очень легкие. Вот, я их беру с собой. Беру с собой одно единственное платье. Я даже с собой не беру ни одни юбки. Просто беру с собой все шорты и две пары штанов. Беру с собой, короче, платье. Этому платью я уже не знаю сколько, вроде вот 3 года. Но оно, короче, мне очень сильно нравится. Нравится оно мне из-за цвета. Также я беру с собой вот такие вот шортики. Да. Они, короче, спереди одного цвета, сзади потемнее. Спереди посветлее, сзади потемнее. И они мне очень-очень нравятся, они с завышенной талией. Покупала я их в Уфе, в магазине Мега, точнее, в центре Мега, магазин Орби. Класс. Уже стала немножко заговариваться, я их ложу, конечно же, наверх. Также я беру с собой носочки Демикс, они яркие. У меня есть 5 пар ярких носочков Демикс. Вот. Но я беру с собой всего лишь одни, потому что... Мама мне говорит то, что носки я там таскать не буду, я там буду носить легкое, короче. Я с собой беру 2 пары носков, одни вот эти, а вторые вот эти вот. Они сейчас на мне. Я в них, потому что поеду. Вот. В этом пакете у меня лежат мои коралловые тапочки, так как море все-таки, и там будут ежи. И чтобы на них не наступать, я взяла и купила коралловые тапочки. Также я беру с собой на море свои новые босоножки. Если я выкладывала это видео, если я не поленилась и все-таки отредактировала и выложила, то вы их видели в моих летних покупочках. А если нет, то смотрите сейчас. Вот, я их беру с собой. И мне очень нравится. С нитной и зайдем такой вот. И второй, он не с нитной. Такой. Это низ. А ботом вверх. Он, правда, какой-то не такой вообще. А, вот. Вот вверх. На нем есть лямочки. И лямочки я также взяла с собой. Также я с собой беру свои шлепочки, ну, потому что в море, естественно, они мне понадобятся. Что-то они мокрые, я их помыла, они не высохли немножечко. Розовые шлепки, ничего не говорить. Нет. Я беру с собой свой комбинезон. Вот, его с собой туда же я беру с собой. Она такая яркая, летняя, и если вам камера, конечно, передает, то вы видите то, что она немножечко такая, которая просвечивает. Да, такую футболочку свою черненькую. Также я беру с собой вот эту вот футболочку. Это как бы футболка-топик. Вот, я ее беру с собой. Также я беру с собой вот эту футболочку, она с мороженками. И она такая немножечко рваная, и я ее просто выжимаю.
тогда немножечко тупой. Шучу. Шучу, нет. Самые важные вещи. Это маску для плавания и шланг, труба, не знаю. Котичка, которую я, кстати, пока не закрыла. Которую я убрала все свои украшения, там сережки и так далее, резинки. И все это я убираю в карманчик. Также я беру с собой селфи-палочку свою. Вот такую. Она такая длинная, что аж достаю до лаз, как будто бы я снимаю на селфи-палку, да? Также я с собой беру флеш-тату, вот эти вот, которые здесь лежат. Это Сарика. А другие там еще есть, вторые, не покупали здесь. Я беру с собой свою расчесочку. Конечно же. Дезодорант. Аккуратненько выберем сюда зубную щетку. Хотя она у меня новенькая, смотрите, какая она классная. Ура, она прозрачная. И мне нравится то, что она такая прямая. И здесь такие зубчики розовенькие. И желтенький футляр. Знаете, почему желтый? Потому что желтый — это мой любимый цвет. Кто еще не понял? Не услышал. Он закрывается. Ага, еще телефон закрыла. Конечно. Да. И я не знаю, с каким мне ехать, потому что есть вот такой вот, а есть вот такой вот. Вот этот вот, он практичен, то, что здесь можно так, а можно так. А вот этот вот нет. Ну, я думаю, что я поеду с вот этим вот чехлом, а вот этот я просто возьму с собой. Кто не знал, то у меня iPhone 5S. Здесь он немножко разбирает. А, еще же косметичку забыла. Да, я с собой беру косметичку. И не надо там бомбить сейчас в комментариях, типа, косметику на море, ты еще маленькая, ага. Там в основном-то ничего нет. Здесь только блеск, здесь тени для бровей. Я их упаковала, потому что они не закрываются, могут рассыпаться. Потом блеск, еще один блеск. И чтобы увлажнять губы, помада для губ. Помада, как это называется, гигиеничка. И вот такая вот штучка, которую я сломала, чтобы она поместилась в мою маленькую косметичку. Это для ресниц, вот это вот для ресниц, а вот это вот для бровей, чтобы это делать. Сейчас я ничего... Забыла еще духи. Это не духи, это дезодорант, спрей для тела. Тоже вот с собой берем. И все. Чемодан собран, дорогие телезрители. Теперь всё, он тяжелый. Офигеть, блин, а что он такой тяжелый? А нет, я пошутила, он мягкий. Короче, мой чемодан собран, и теперь осталось собрать мою ручную кладь. Это вот эта вот тетрадь, там я рисую, и мой пенальчик. Это я обязательно должна взять, потому что в самолете мне будет нечего делать. Я буду рисовать, а также читать, потому что мы с мамой берем электронную книгу. Вот. И там закачана вся моя школьная литература. А! Как это божественно! Нет. Я с собой беру расческу, мини-версию расчески. Она мне нужна для того, чтобы расчесываться. Конечно. Какой дурак возьмет с собой расческу, чтобы расчесывать? Беру вот эти салфетки, потому что они подходят по цвету к моему рюкзаку. И вот эти вот салфетки, потому что они хорошие и антибактериальные. Не могу выговорить это слово. Короче, их тоже берем с собой. И их надо взять в передний кармашек, вот сюда положить. Потому что... Кто свинья? Я свинья. Кто свинья? Я свинья. Кто свинья? Я свинья. Полса. Пожалуйста, возьмися. И чехол с... Да.
на наушниками, хотела сказать, наручниками. Но нет, они сюда бы не поместились. Вот так, короче, да, все лежит, чтобы муж поверил, что не наручники, а наушники. И, конечно же, чехольчик с... мешочек с очками. Это как мелкий лейс мешочка. Вот, гангстер. И их я ложу в свою ручную кладь, так как когда я прилечу, то может сиять солнце прямо мне в глаза. Да. В 4 часа утра сиять солнце мне в глаза. В глаза мне сиять солнце в 4 часа утра. Сияй. Вот чемодан я собирала нормально, ручную кладь не могу без снега. Вот это? Нет, это не игрушки. Нет, вот это игрушка. Я с ней сплю и беру ее с собой во все свои поездочки. Да. Беру ее с собой везде, потому что это овечка, это я. Это мой братан. Мой братан овечка. Да? Сьюзи ее зовут. Как мило. Знаете, почему овечка? Потому что я тоже в год овцы. Это не просто жираф, а вот так вот и можно спать прямо здесь. Ну, а здесь я, конечно же, спать не буду. Беру с собой бутылку воды, пока она еще открыта, и я ее наберу завтра. Да. С собой я еще беру пауэрбанк. Его здесь хватит на 4 зарядки. Видите, он полностью заряжен. И я его тоже положу к себе в рюкзачок. Вот так. Вот так вот. Вот так. Мой рюкзачок мы собрали, и теперь я полностью готова уезжать. Канал. Также не забудьте подписываться на мой инстаграм. И также не забудьте поставить лайк и написать комментарий.